А что, если неубиваемая спектра? Все это под Винтером и под Дазлом. Смотрите, просто умирает от дисперсии. Это что такое? Рипер, Рипер, Рипер. Рипер же. Ну, минус низ. А что они хотели? Если Рипер здесь получают, то все, до свидания. Что могу сделать? Ну, Некр там нормальный хп скаканул. Некр бедолага только страдает, видно. Тяжело ему прям. Рипер дал. А, нет, не дал. Хорош. Живу. Тройка. Ой, найс. Хорошо. Хорошо. Ну, Сларк умер просто от ретерна. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если неубиваемая спектра? Все это под Винтером и под Дазлом. Будет ли это интересным суперконтентом или нет, если честно, я не знаю. Но давайте сейчас попробуем что-то подобное сделать и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Сегодня у меня, как обычно, божественная команда профессионалов, которые постоянно мне помогают записать видосы. Ребятам отдельный респект. Ну и, конечно же, спектру забанили. Ух, какие хитрые. Смотри, что делает, спектру банят. В общем, какой-то этот человечек зашел, да, специально. Короче, ребятки, всем приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас сделаем ре. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал и поехали. Итак, ну что, сделали мы небольшой вот переходик, ребятки, и начинаем тушить. В общем, на спектре, как обычно. И смотрите, какой пик набрали оппоненты. Очень жестко, страшно, аппетитно выглядит на самом деле. И будем пробовать. У нас, в принципе, пик немножко попроще. Но тоже со своей комбинацией. Давайте попробуем, посмотрим, как вообще будет у нас происходить эта игра. Наверное, буду тут собираться именно так, как надо. Потому что, исходя из того, что тут очень такие опасные герои, много пассивного урона. Немножко тяжеловато будет. Немножко тяжеловато. Поэтому лучше, конечно же, собрать тут БМчик какой-нибудь будет вместо Мидаса. Ну, посмотрим, как фарм будет идти. Будем стандартно собираться и будем выфармливать. Так что, думаю, все получится. Начинаем, ребят. В общем, надеюсь, карта получится фановая, интересная. Не очень скучная. И, надеюсь, будет прикольно. Будет на что посмотреть, как говорится. Поэтому давайте сделаем просто красивую игру. Хорошую. В общем, в комбинации, как вы поняли, здесь все довольно-таки просто. Дазл, крест. Винтер, Cold Embrace. Inner Vitality у нас закидывает Хускар. И вся эта тема еще подхиливается возможным иллюминейтом. Это возможным. Но можно и невозможным, как говорится, потому что все будет зависеть от того, на самом деле, как будем раскидывать кнопки, как будет это все распределяться. Потому что у нас в целом комбинация очень интересная. Всю контору держать будем, по идее, врагов под колодцем. И это должно именно быть, ну, реально прикольно. Посмотрим, как это будет в целом работать. Мне самое главное, это огромное количество слотов, потому что мой персонаж здесь в этой игре основной, потому что он будет держать весь урон. Эта игра у нас, кстати, не первая, мы эту игру уже пишем третий раз, поэтому... Чтобы вы понимали, что не всегда так легко записывать видосы, ребята, я напоминаю, что каждый видос бывает пишется по множеству, количеству раз, поэтому не забывайте об этом. Поставить хотя бы лайк, вам несложно поставить один лайк за то, что... Мы потеем, придумываем какие-то идеи, что-то воплощаем в реалии. Поэтому буду очень рад, ребятки, вашему активу. Спасибо большое всем, реально респект и уважение всем, кто поддерживает. Так, ну, не знаю, зачем мне вард сунули на спектру, но, наверное, так надо. Я просто стараться буду не отходить вообще от крипчиков. Они мне как дом родной. Оп, вот этого в таверну. Вот этого в таверну. Не удалось. Поторопился. Окей. Вот этого туда его. Хорошо. Будем стараться держать в одном диапазоне лайн, для того, чтобы сильно он не пушился. Чтобы оппоненты себя не чувствовали как дома в хард-линии, ведь это хард-линия для них, по сути. Хотя мы стоим 2-2, это, соответственно, говорит о том, что хард-линии, в принципе, нету. Но по чуть-чуть отфармливаем. Будет все нормально.
Не хочется под Т-шку уходить с крипами, потому что маловероятно, что я что-то добью. Из-за того, что дэмэдж Тавара очень высокий. Кстати, очень хороший наглядный вам пример, ребята. По поводу того, как держать лайн, будучи играя на керри. Я думаю, многим это будет полезно. У меня какой-то дилей неприятный такой. Какой-то дилей неприятный. Нифига там, что там? Даблкиллы делает. Мощно. Хорошо. Отходим. Отлично. Отходим. Иди, иди. Я стану тут, справлюсь. Саппорт стоит. Отводит. В итоге забирает мою экспу, забирает свою. Я на хилку разменяю этот кэмп. Ничего страшного. И главное, тоже по экспись. Ничего страшного в этом нету. На лайне пока что никаких опасностей я не вижу. Поэтому можно сделать вещи. Можно сделать вещи. Так, первое, через что будем мы собираться. Я так думаю, наверное, нам стоит сейчас немножко уплотниться, какой-то сапожочек взять. Надо злонападение у нас тут. Опасный Бератрум пришел. Бебратрум. Ой-ой-ой. Хорош. Оп, крипа забрали. Отбежали. Мы почти уже фазы наколотили. Ну как почти? Магазин, если бы закрыт не был, я бы, в принципе, сразу купил, как говорится. Так, фазы есть. Хорошо. Первый артефакт имеется. Можно двигаться. Конечно, с бара особо тут не поагрессируешь, потому что бара сразу чаржанет. У него маны, к сожалению, или к нашему счастью, всего на один чарж. И это хорошо. А вот у некро маны нету, кстати. Можно грамотно газануть. Если сейчас сюда зла единица откатится... Можно будет вот так вот, но Бара, по идее, должен эту тему пресечь. Не, он пошел по своим делам, у него там, как говорится, пастбище, коровки пасутся, бычки бегают. Ему нормально, он пошел отдыхать. Ну, хорошо, ничего страшного тогда. Тогда все нормально, все, все идет своим чередом, ребят, не забывайте. Я, как говорится, это этот Некролайт, а жизнь это этот Баратрум. Вот и все, так и живем. Так, ну что, у нас есть еще дополнительный слотик. Наверное, сделаем что-то типа урны. Будем выходить в ранние ганги. Попробуем перегангать оппонентов, потому что там тоже неприятные персонажики. Тогда зал уходит у нас на под сейф на топе. Правильно, ребята там тоже что-то страдают. О, или нет, или душат. Вовны же делают они, вот это мощь. Ну, если такое дело, медасиком можно отметить, наверное. Или нет. Или дан. Отойду, наверное. Отойду, потому что что-то не чувствую себя в безопасности. Баратрум прибежит. Мне немножко насадит меня, выразимся так. Сейчас чуть подождем. Пилочек купим. Урночку, хил. Хорошо, так пришлем себе. Надеюсь, никто не будет против, что я там урну взял. Хилочек, потому что мне уже необходимо. Мне уже это необходимо, ребята. Так, и двигаемся дальше. Ребята там дальше убивают свинтрой, но там огонь плюс холод. Это прям опасная комбинация. Прям жестко выносит все. Сралк 5 левела, нормально. Бросим урну под Т-шкой. Пусть лежит. Опа. На дазла чаржну, да, Баратрум? Но мы пофармим чуть-чуть все равно. Пусть дазл потеет там. Че, он под тавер же не побежит на животниче. Не бежит. Ну а че толку, вот он бежит под тавер, да? Мы же все равно можем отпор дать. Правильно, ребят. У меня спектра заигнорила. Конечно же. Ну как пролагала, я хз. Айс, ну в принципе не удивлен. Пролагала немножко. Ничего не поделать, это значит так суждено, так предначертано судьбой. Так, у нас есть урна.
Можно взять себе курьера отдельного, чтобы не нуждаться ни в чем. Взять себе немножко стиков. И со стиками побегать, покайфовать, ребят. Стики. Ульта у меня заряжена, есть две урны. Ману пополним. Чем люблю стики брать? Стики помогают очень хорошо поднять монопул. Позволить немножко пошиковать на способностях. Это кайф. Хорошо. И ждем курьера, закидываем ману. Можно куда-нибудь полететь, что-нибудь застилить, я думаю. И будем выфармливать свои золотые артефакты. Так что пока что работаем. Сралк. 6-й левел там. Сралк. Сралк. Нормально так. Креветку называю сралком. Хорошо. Хорошо. Отлично. Что там? На меня барочка, походу, хочет побежать. Сралк стоит, ждет что-то. Рунку ждет, наверное. Потом побежит, наверное, не? Хорошо, фармим. Опа, Нетцер пришел, Нетцер. Там еще и Лего фармит немножко. Лего немножко фармит. Там Лего против Хускара дерутся. Легиона задушил. Просто стоял, дрался и все. А, наверное, все-таки в Мидас выйду, потому что я так чувствую, карта будет очень сильно загажена, зафармлена, зафайчена. Что у меня такой дилей неприятный, несмотря на то, что латенс до сюда стоит. Хорошо, так животнич на топе побежал, смотри какой. Ух ты. Хорошо, этого заберем. Онвич. Овнинч. Побежали просто пешочком. Запиливать сурны, пацана. О, здорово. Обманывает, обманывает, поняли? Хорошо. Так, есть, есть. Ну, идем в Мидас, наверное, я так думаю. Идем в Мидас. Пойдем в Мидас, потому что фарм вроде есть. 60 крипов даже почти. Хорошо, манки пополнили мне. Ой, как хорошо. Давайте подстакаем еще. Нужно очень большое количество артефактов для того, чтобы реализовать данную затею, которую мы хотим сегодня реализовать. Реально очень много надо. Но все равно сделаем. Все равно сделаем, думаю. Ресипи есть. Ресипи уже есть. Бара. Бара на топ побежал. Ух ты, там еще и БС, нифига себе, там нападение. Ладно, в принципе, нам главное, чтобы Мидас дошел. Делей вообще ужасный, конечно, на этом боте, не знаю почему. Прям вообще герой через секунду слушается, но это не помешает сделать хороший видос все равно, я думаю. Так что пока фармим. Гост хаунд, ты говорит, подеремся. Я такой, хаунд готов. Жду Мидас, смотрю, Хускар уже умирает. Найс, помог. Помог пацану, называется. Ничего, сейчас заход сделаем, еще один нормально будет. Я не был готов, если честно. Если Лего будет драться. О, сейчас подеремся. Вот тут вот будем драться уже. Тут уже будем драться. Хорошо. Тут уже будем драться, почему бы и нет.
Хорошо. Так, ну, наверное, первое, что выйдем, это Радик, естественно. Потому что тут я уже что-то не вижу, что БМчик нужен как-то. Я думал, через БМ надо будет собираться в этот... Как-то по дефолту, да? С Винтером соревнования. Кто лучше фармит? Интересно. Так, добиваем. Этого быстренько рубим. Хорошо. Давайте щиточек продадим, наверное. Пойдем внизу фармить. Еще 400 у нас имеется. И Дасик почти откатился. Можно душить по чуть. Так. А что, Винтер не хочет? Да, ну ладно. Винтер пошел чай пить. Вот сюда куда-то пошел зачем? Либо контроль потерял, либо отвлекся. Мог двойку закинуть, я думаю, мы бы забрали. Надо уходить, Баратрум сейчас прибежит. А я уйду лучше. Дальше фармим. Двушка уже есть у меня, это хорошо. Ну, хаунд, в принципе, будет. Хаунд будет, но через 7 секунд всего. К этому времени, боюсь, там уже драка и закончится. Хотя нет. Хотел вот этого лучше. Отлично. Есть. Давайте дальше, пацаны. Прям под тэшку зайдем. Гоу-гоу-гоу. Прям под тэшку, мне кажется, можно. Прям под тэшку. Ой. Хорош. Вот это ближайший быстренький радик у меня будет, походу. Быстрый радик, и с радиком я буду все леса выфармливать. И очень быстро. Хорошо. Сейчас ребята сделают свои артефакты. Нужно, чтобы у них было по акторинчику. Тогда у нас будет прям все заряжено, все четенько. И все пушечно. Все будет пушечно. Да, вряд ли финиш там напишет. Оп, хорошо. Отходим вниз. Куру можно в магазик. Сейчас внизу пофармим. О, хорошо. Ну так-то лучше. Я уже и забыл, сколько, как мы с Антохой писали этого Пуджа плюс Котла. Это прям жесткий контент. И вот это постоянные телепорты, это жесть. Такой кайф, на самом деле. Так быстро персонаж выфармивает. Это прям пушка. Так, ну что, топорик продаем тоже. У нас уже есть сокрет, поэтому... Топорик, я думаю, нам не нужен. Топорик немножко уже будет неактуальный. Почему? Потому что мы сейчас с сокретом перекроем недостаток дэмэджа ласт-хита. И будет немного полегче. Нифига там в лесу. Крипы по половине хп стоят. Можно туда немножко пройтись. Главное сейчас тут не сдохнуть не от бары, там, легиона всякого такого вот. Неприятно. О, хорош. Тут крипиев, тут нормально. Скорее всего, сейчас заберу и домой пойду. Заберу и домой, скорее всего, пойду. Тройку размакшиваю уже. О, здорово. Фига себе, ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Что он тут делает, интересно? Сикер? Сикер запалил. Ну я могу допахнуться, в принципе. Я готов. Сикер запалил, бара сразу побежал. Интересно.
Пара сразу побежала. Хитрюшка, баратрушка. Так, ну, наверное, 30 секунд остается. 30 сек. Лучше покурю. Если честно, что-то неожиданно так. Но Бара очень, кстати, быстро прибежал. Значит, они где-то здесь были. Уже где-то здесь, внизу. И, соответственно, быстренько прибежали. Ничего страшного. Это такое маленький... Пусть будет маленький недочет. Ребята там все равно делают свои акторины, свои кнопочки. И по чуть-чуть будем делать. По чуть будем делать суету. Хорошо. Уже и Мендас откатился. Животное бежит, дячат. Будем биться. Будем сражаться, будем убиваться. Или нет, не хочет он. Отошли они. А Сикер сделал Бледмейл там. Но нам, в принципе, не страшно это. БМ, это все сказочки. Детские. У меня уже есть Радик. Хотя тайминг стандартный выходит. Хотя у меня еще типа и Мидас есть. Обычно делаю так Виллу, ПТшку, Стик, фазы, да, и Радик в 17-й минуте. Это много. У меня еще Мидас сверху. Значит, это еще чуть-чуть больше. Плохо так без Радика драться, если честно. Давай, давай. Хорошо. Бедолага на хуске. Так, побежали. Ой, сралк без маны, без хп сейчас будет. Запилил просто. Чик-чик-чик-чик, и все, нету сралка. Так, я в Тараску. Я в Тараску. Хорошо. Выходим в Тараску, ребят, пойдем монетку заберем. Ребятам тоже там нужны акторины, кнопочки. Ага, у Котла там уже почти есть все. Но Котл когда делает, я думаю, он немножко поскидывает хилочек своим союзничкам. И нормально, по чуть пойдем уже. Мне главное уплотниться. Что там жесткая какая-то... Наплыв какой-то на низ вообще, вина Винтера на этого. Я бегу, не факт, что успею. Хилиться, хорош. Давай, давай. Куча блейдмейлов, да тебя это не спасет. Ты шо, я тут на спектре. Хорошо, задушили. Пол Тараски есть, можем поесть. Полторасочки есть. Вообще у меня было очень большое количество мыслей по поводу этой катки. Как тут и правильнее будет что сделать. Думал очень много о том, что просто сделать 6 тарасок, чтобы это реализовать. Но это немножко, ну, все равно получается как-то не то. Сикер же. Я тоже так забывал, дядь. Запалит, блядь. Сейчас этот прибежит, животнич. И победит тебя на хускаре. Победит на хускаре, дядь. О, помидасы, поехала. Хорошо. Отлично. Ну, где-то к 30-й минуте у нас будет полная комба, и мы сможем спокойно зайти и делать уже эту самую грязь, которую мы... так сказать, захотели. Самое главное, нам нужно будет пойти делать эту грязь, я думаю, днем, потому что все-таки под хил Котла тоже будет какой-то момент поднимать, да? Тоже будем таймить как-то, будем делать вещи. И будет красота. Хорошо. Будет ли это работать? Сегодня посмотрим. И насколько ли хорошо это будет работать. Так, ну у меня 2К Тараска. В принципе, можно подраться будет, если ребята кто-то подставится из саппортов. Сапыртов. Ага, там нифига себе, там суета. Ой, бро. На иллюзию там уже Баратрум бежит. Вижу цель, не вижу преград, называется ситуация про Баратрума. Вот это жестко. Ребята там леса фармят. Не сдаются оппоненты. Это самое главное, самое такое нужное в некоторых играх. Понимание, что оппоненты сдаваться не хотят. Они намерены побеждать эту катку. Они готовы, они хотят выиграть ее. И вот, ну реально, это круто тем, что
у них есть мотивация на то, чтобы доигрывать эту игру, да, они не сдаются там, не становятся АФК, а пытаются, короче, тупо, ну, играть, фармить, создавать оппозицию какую-то, и тем самым этот контент становится намного слаще, намного интереснее, потому что это, ну, это сок, на самом деле, оппоненты, когда уверены в своей победе, да, они прям хотят ее, эту игру. Это хорошо, это нам на руку, потому что нам нужно фармить. Нам нужно огромное количество тут кнопок. Но я думаю, мы фейлить будем. Я раза 3-4 точно сдохну под колодцем. Потому что смысл-то стоять в колодце. По-любому у нас будет количество фейлов. Огромнейшее, огромнейшее просто фейлов количество. И, ну, посмотрим как. Потому что там и блейдмейлы тоже, и кнопки сильные. Так, я, наверное, сейчас не зафармлю, на топ улечу, потому что на топе очень много крипиев. И у меня, в принципе, уже есть тарасочка. Хорошо, стики в помойку. И тпхнемся, сейчас тут крипов заберем. Ух ты, там драка. Тп скинем. И я не буду бить, дядь. Опа, егу забираем. Хорошо, сралка на коленку. И тут даем. Ну, пойдет. Хоть несмотря на то, что я фарм на топе прогулял, я забрал тараску. Я Егис. Хорошо. Октарины есть у нас, интересно? Так, октарин на... Винтере нету октарина, да? И на дазле еще октарина пока нету. Но пока фармим, если что, я думаю, мне тут все равно надо огромное количество золота. И не факт, что я смогу золотом своим делиться со своими тиммейтами, потому что мне нужно... В любом случае, огромное количество золота. Огромнейшее просто. Так, ну тарасенцы у меня есть. АЕСКАДИ сделаем. АЕСКАДИ, наверное. И левел самое главное сейчас. Будем медасить на левел. 23-я минута, хорошая, 17-18 уровень уже. Пушечно. АЕСКАДУЕ. АЕСКАДУЕ. ТПшки идут. О! Хорошо. ТПшки есть. Мне ТПшки ребята решают покупать. И пацаны сейчас докупают октарины и погнали прям. Мне кажется, пушка получится. В меду пойдем, фарманем. Хорошо. Так, что мне еще нужно докупить? Желательно тут скади и, в принципе, и манту. И можно душить. Скади, манта и можно душить. Тараска. Сейчас, по идее, в принципе, они должны такими левелами умирать об меня, в принципе, я так думаю. Я так думаю. У меня герой застрял под первым. Нифига себе, ты псих, что ли? Эх ты. Да что такое происходит? Давай драться. Хорош. Просто под колодец за ним. Туда. Он думал, он выжил. А нифига, не тут-то было, дядь. Прям под колодцем принял его. Хорошо. Так, виверну надо бы приодеть. Это да. Хорошо, я пошел дальше фармить. У меня есть 2700 еще. Колодец меня очень сильно пробивает, конечно. Очень сильно. Попробовать немножко смягчить, может, этот дэмэдж. Но я лучше сделаю полный жир. Полный жир. Тараска, конечно, под колодцем сильно не поможет, если мне ее по КД будут сбивать. А мне ее точно будут сбивать. Это 100%. 100%. Но посмотрим, попробуем. Поживем, увидим, как говорится. Хорошо. Идем на низу фармить. На топе у нас Котл погиб. Будет, кстати, тяжело. Но зато есть огромное количество спейса мне на то, чтобы я выфармивал. У меня уже 3700 сверху. Есть тараска. Мы, в принципе, с тараской можем что-то подпушить, как-то подраться. Там мне еще и тпшки 60 штук имеется. 60 штук тпшек. 4000 золотых. Можно сделать манту. С мантой заходить. Да блин, ну манта особо там под колодцем так не помогает. Я сделаю еще.
вторую Тараску, говорит. Ну, можно. Скади сделаю. Сделаем сначала скади, а все остальное потом уже, если что, добьем. Скадуи у меня, в принципе, есть. Сейчас урну еще продадим. Вместо урны Тарасочку какую-нибудь сделаем. Так, там Винтер душится. Ух ты, смотри. Сралки, Винтеры. Надо бы подраться, реализовать Аегис. Хотя бы. Хорошо. Чувствую, оппонент очень сильно мешать будет. Нам еще гем нужно будет взять по-любому. В колодец. В колодец по-любому надо гем. Сларк ин визер. Очень неприятно будет. Хорошо. Реализовать Аегис хоть как-то. Лично он его палит. А они сами, по идее, задушат его. Кому там нужно, на Октарин забирайте. Спокойно, по-моему, нет. Хорошо, так, ну, скадуи сделал я. Так, пойду закуплюсь. Аега пропала, найс. Хорошо, скади положим вместо Аеги. Скади положим вместо Аеги. О, хорошая руна на подфарм. Погнали, это подфарм. Это подфарм. Это подфарм. Вот это дроп. Нормально мне тут ТПшек наколотил. На 2000. Хорошо, вот так, 200 еще. Появляется у меня. Я могу еще один слот бахнуть, в принципе. Герой очень туго контролится. Туго, конечно. Хорошо. Могу еще Тараску сделать, в принципе. Так, а что стоишь? Я же сказал, что ты обходил. Хорошо. Сейчас еще, наверное, Тараску сделаем. Тарасочку. У меня нету кнопки, дядь, на топе помочь. Хорошо. Есть. 3000 золотых имеется у нас. Пока что у меня кнопки нет, чтобы к ребятам побежать помочь. Но я, в принципе, такой на стреме уже, в принципе, готов. В случае, если там Баратрум набежит, я думаю, нажму кнопочку и побегу. На меду фарм заберу. Почти есть Тараска, чуть-чуть остается. Почти есть Тараска в куре. Кури, ребята, там пишут хилочки, хилочки по-любому для команды. Так, еще раз лесочек обходим, и в принципе у нас есть Тараска уже, у нас еще Мидас продадим. Урну, наверное, оставим пока что. Пусть будет на всякий случай. Хотя можно продать, и зачем она мне нужна? Только если фармить. Урна для фарма хороша. Чем хороша? Оппонента задушить какого-нибудь можно, а так лучше Мидас, наверное, оставлю. Хоть он не дает никаких стат, но... В случае, если мы провалимся, под колодцем, а мы 100% под колодцем провалимся, я вам отвечаю, это просто 1000000%, что мы заруиним колодцы, там у кого-нибудь лагнет, еще что-нибудь провалится там, и это ГГ будет по-любому. Так, ну есть у меня Тараска, в принципе, еще одна, есть Тараска. Все, найс. Тараска имеется. 150 у Винтера. Хорошо. Сейчас пойдем делать контенту. Урну продаем. Нафиг она нам не нужна. Тот золото. Я бы такой ульту бы не тратил на тот момент, что там сейчас Лего убивают в миду. Потому что в случае, если я умираю, я смогу в колодец снова прилететь и помочь ребятам. Поэтому лучше заходить туда с ноги. Делать все с руки. Не пушить. Не пушить. Пусть пацаны там контроллер раскидывают. У нас, в принципе, все готовы. Еще меда с ним крипчика сейчас. 35. Оп. Ага, сралк. Есть Тараска. Все, я готов.
Я готов. Теоретически еще один артефакт есть. Надо гем. Гем по-любому нужен. Гем по-любому нужен. Но без пуша крипов надо их. Так, две тараски есть. 4000 хп. Туда, туда, туда. О, сралка. Нормально. Вот сюда. Хорошо, боится можно. Поехали. Let's go. Хорошо, нападаем, нападаем. Поехало, отлично. Сноуболим. Сноуболим, ехало. Ехало, ребят. Сларк в спине. Котл, надеюсь, не попадется там сейчас. Поехали. На рипера садить будет. Рипер. Хорошо, пошло дело. Ой, ну пошло. Кресты туда, все там. Ну, дерусь. Что делать? Прилечу байбекнусь, потому что хила не будет никакого. Нету байбека. Ну, как я и говорил, зафейлим по-любому. Норм вдвоем просто одновременно кнопки даете. ББ нет. Если хилы дадите, я ББ нажму. Если хилы дадите... Куру. Куру, если что. 1300, еще 100. Все есть. Хорошо. Отлично. Идем дальше. Ну, далековато под колодец прям. Некр лопнул. Хорош. Крест. Эмбрейс. Отлично. Прекрасно. Регенимся. Регенись, регенись. Хорошо. Сейчас будем так и давить. Некр там, видели, лопнул. Сейчас будет драка. Найс, хорошо. Задавили оппонента, сейчас будет. Кто ресается там? Ага, БС. Отлично. Пошло дело. Ух ты, дизармик кидает. Хорошо, кнопки накидали. Так, мне крест нужен. Хорош. Кнопка Винтер рановато, по-моему. Жесть, бедолаги, не знают, что делать тут. БС. Хорош. Регенимся, регенимся. Дазла крест КД пока что. Хорошо. Там бара где-то в спине еще. Бедный легион. Ну, отхиливается, отхиливается. На ТП-шка выходит. Понимает, что колодец уже не их. Просто понимают. Го колодец-то добить. Го колодец-то добить, что делать. Понимает, что не их колодец. 6. Просто выгнали отсюда. Просто выгнали спектро из-под колодца чуваков. И фармим колодец спокойно. Я, пацаны, даже не знаю, как это дефить. Да, сломаем почти. Сейчас он рез будет. БС, по-моему. Смотрите, просто умирает от дисперсии. Это что такое? Просто от дисперсии умирает чувак. Просто от дисперсии. Жесть. Это очень жестко. Просто ломаю один, стою. Плюс. Гоу. Выведу, выведу, пацаны. Поехали. Го, го. И нужно еще мидас кинуть. Кинем мидас.
Кинем Мидас. Они решили просто уйти с базы. Если что, ультану. Ребята там остаются чисто толпой. Хорошо. Идем в мид. Сларка, конечно, я не убью, потому что он просто тупо банально убежит в инвиз. И все. Возьмем манту. Хорош, меня тпшит. Погнали. Хорошо. Мнимый лоу хп. Отлично. Лего, Сларк там. Убивает. Ой, Тараску собьют мне сейчас. БС уходит просто. Рипер, рипер, рипер. Рипер же. Ай, жесть. Ну, как я и говорил, на фейлим. Надо их убивать, а то они ушли из базы такие, на чили. 120 сек без меня. Если чё. Байбеков нету, но не сломают. Не сломают. У нас даже ТП-шек нету. Минус низ. Походу. Минус низ сейчас будет. Да, минус гем, минус низ. Но жестко, тяжело, тяжело. Очень тяжело. Но получается все равно у нас как-то. Хильнулся. Котл чисто. Низ нам сломали. Но жестко там. Прям неко развалился разочек. Но больше у нас ничего, к сожалению, не получилось. Хорош. Задушил волнами этими. Красава на котле задушил волнами. Ну, минус низ. А что они хотели? Если рипер здесь получают, то все, до свидания. Что могу сделать? Ну, некор там нормально хп скаканули. Прикиньте, это с 4000 моих HP. С 4000 моих хитпоинтов. Хорошо, вот так вот распределимся с пацанами. Надо низ сломать, уравнять, потому что что-то оппоненты газанули сейчас, сломали нам низ. Ну, они, в принципе, правильно сделали. Ушли с колодца, потому что мы их вытеснили. И просто вытеснили с колодца. Это жестко. Это рабочая тема, что спектра, ну, под колодцем ее очень тяжело колодец пробивает. При этом ретерн тоже неплохой. Тоже неплохой, но если в упоре именно персонажи стоят, потому что 300 единиц самый высокий разнос идет по количеству урона. Так что дело такое. Хорошо. Хорошо. Так, ну у меня почти есть еще. Такое дело. Так, кинем Мидас. Отойдем в Магас. Хороший есть еще, если что. Можем. Рошана можно, если что. Нормально будет. Так. Есть. Хорошо, Маен туда кучи. Ой, монетка. Неплохо. Но была бы это какая-нибудь условная иллюзия. Ой, как круто было бы. Сейчас на топе иллюзии отправим. Или сами дефним. Лего, конечно, будет меня пробивать, но... Но не настолько сильно. Как мог бы. Хорошо, он не уходит на легионе, да? Давай подеремся чуть-чуть. Хорошо, под колодец я не полечу. Найс. Отлично, подефали. О, баратрум. А что нужно, дядь? А что нужно? То, что нужно.
Лего боится. Сларку прыгал. Гоу. Давайте снесем. Снесем и идем в колодец, чтобы уравнять баланс. Нужно снести. Хорошо. Чуть-чуть осталось доломать. Погнали. Выключил мне пассивку. Хорошо. Дальше побью. Так, мне пассиву закинь. Не пассиву, hold embrace. Но... У меня манта есть, если что. От этих пацанов задушим. Я колодец. В принципе, колодец. У меня статус сжигает сларк. Жесть, я для него прям мешочек такой. Избиение. Хорошо. Жесть. Сейчас рипера даст, отвечаю. Так, куру слили. Ой, рипер отдает. Хорошо. Но смит падает. Гоу тпшки. Сумон меня. Поехали. На мне будем дефиться. Хорошо, полетела кнопка. 600 маны, баратру, нифига себе. Он очень, конечно, плотный сларк, потому что набрал стат. Стат набрал с меня. У меня я вообще лысый по статам, 70 урона вообще нет. Сларк выкачал просто, рили, стат нету, нифига. Надо тревела взять. Ну и, наверное, по миду пойдем. Че у нее? Сколько у сларка там? 170 аги. 190, 200 ловкости сларк просто с меня выкачал под колодцем. Жесть. Но надо ждать, чтобы у него осели эти статы, иначе он перебьет. Это ж сларк, это имба. Некр еще там такой. Крысит. Жестко, конечно. Так, 70 урона с руки у меня. Что это такое? У меня нет урона с руки, ребят. Нет урона с руки. Сларк все забрал. 49 ловкости. О, возвращается. Найс. Хорошо. 25 левел, 40 урона с ловкости. С руки. То есть, он очень жесткий, сларк. Очень жесткий. Очень жесткий. Ну, не догоним его уже. Не пойду. Ночью так уж тем более. Может, вардиков поставим? 4 пака. Варды. Пока ночь. Лего там мид идет. Лего мидец идет. Давайте тогда пушить, а что нам остается? Оппоненты что-то не хотят драться. Не хотят. Будем пушить. Будем пушить. Сейчас мид ТП дадим. Дадим. Дадим мид ТП. У меня КД, если честно, 9 секунд. Но я топ ломаю. Вот лучше живой, найс. 5 секунд. Хорошо, меня ТПшит. Найс. Да ты чё на сларке? Профессионал, что ли? Хорошо. Г. Гоу в колодец. Быстренько. На ТП, может? Так, у Дазла нет. У Дазла сумонить он будет. Хорошо. Все, погнали. Можно вот так вот наглую и побежали. Где? Смотри, все тут. Все тут. Кто там есть? Винтер идет. Поехали. Винтер идет. Все, работаем под колодцем. Так, мне дали дизарм. Опять сларк будет статы насасывать с меня. Так, дазл в сайленсе. Бедолаги, но я ультану сейчас, наверное. Нет, не могу ультануть.
Меня в Cold Embrace засунул. Сейчас Рипер, наверное, даст. Рипер дал, Рипер дал. Оп, ну я живу. Найс. Хорошо. Оп, убился. Бедный БС. Он думает, там лоу хп, на самом деле там не лоу хп. Хорошо. У нас нам трон ломает баратрум. Блин, это на самом деле жестко, но не так, конечно, работает, как мы задумывали. Оппоненты просто прячутся глубоко в колодец. И типа, ну, ничего не происходит на самом деле. Некр бедолага только страдает, видно. Тяжело ему прям. Рипер дал. А, нет, не дал. Хорош. Живу. Тройка. Ой, найс, хорошо. Хорошо. Ну, Сларк умер просто от ретерна. Ничего себе. Просто бедный Сларк. Че, колодец сломаем тогда? Вай-вай-вай-вай. Под дезолем. Больно-то. Но у них трон уже падает. Слушайте, ну все-таки это получается работает. Сларк, ты ж умер от ретерна. Уже ж хорошо. Правильно? Уже ж хорошо, что он умер от ретерна. Заходите, бейте. Не было задачи спушить колодец, а именно тот колодец используется как damage dealer на самом-то деле. Как damage dealer. Для того, чтобы именно раздамаживать. А так урона нету, конечно, у нас пушить. Дай задушу, дядь. Хорошо. А, сало. Ну, ГГ, ребят. В общем, получилось у нас вот такая катка. Ну, в целом, все работает. Смело можно заявить, что вся эта стратегия, она рабочая. Можно так суицидить под колодцем оппонентов, и это реально работает. Но, конечно, не так имбово, как хотелось бы, но это работает. Это работает. Таким пиком можно спокойно выгнать оппонентов из-под колодца и, конечно же, задушить. Так что, ребятки, вот такой у нас получился видос. Обязательно поставьте лайк за наше старание. О, записали мы это, если честно, с третьей игры. С четвертой, с третьей, да? Ну и в целом получилось вроде неплохо. На этом все, друзья. С вами был Ксеназис и до скорого.